привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей израильской кухне мы приготовим невероятно вкусный апельсиновый кекс. Когда же его готовить, если не сейчас? Кекс получается воздушный, нежный, мягкий, необычайно ароматный. Аромат у вас будет стоять просто на всю квартиру. Итак, не жалейте своих лайков, ваши лайки помогают продвижению моего канала и мотивируют меня на создание новых рецептов. А также не забудьте подписаться с колокольчиком, чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале. Ну а мы приступаем, и для приготовления нам понадобится 1 крупный вкусный апельсин, 3 яйца, 200 мл молока, 150 граммов сахара, 100 граммов растопленного сливочного масла, конечно же, хорошего качества, 350 граммов пшеничной муки и по пакетику разрыхлителя и ванилина по 10 граммов. Итак, давайте скорее же готовить. Апельсин я предварительно ошпарила, и сейчас его нужно нарезать на любые удобные кусочки, не крупные. Апельсин мы будем измельчать в чаше блендера. Вот так вот прямо с кожурой он нам и понадобится. Это самый ленивый вариант кекса, самый ленивый рецепт, который я только знаю. Высыпаем. Перебить апельсин нужно не в однородную массу, не в пюре, а в такую вот кашицу, чтобы попадались небольшие кусочки. Вот такое состояние мы должны перебить наш апельсин. Посмотрите, здесь и пюре получилось, и кусочки есть. Сейчас нужно немножечко, вот так вот, даже лопаткой вам поддену, покажу. Видите, небольшие кусочки здесь у нас присутствуют. В этом рецепте нам даже миксер не понадобится. Вооружаемся чашей для взбивания, венчиком. Итак, яйца разбиваем. Добавляем сахар, ванильный сахар, сливочное масло и все размешаем венчиком. Высыпаем перебитый апельсин, молоко вливаем и еще разочек перемешаем. Посмотрите, как это уже красиво просто даже выглядит. Всыпаем муку, пакетик разрыхлителя и последний раз хорошенечко все вымешаем. Форму я выстелила пергаментом, слегка смазала растительным маслом. Если пергамент качественный, можете не смазывать. И выливаем тесто. Тесто не должно быть густым, средней консистенции. Разравниваем. Ну и будем выпекать. Заранее разогретую духовку до 180 градусов отправляю этот солнечный красивейший кекс на 40 минут. 40 минут наслаждаемся ароматами из духовки. Кекс у меня готов. Сейчас проверим зубочисткой еще на всякий случай. Зубочистка полностью сухая. Кекс готов. Ну что, мои хорошие, вы готовы увидеть эту красоту и вкусноту? Та-да-да-дам, та-дам! Вынимаем из формы. Вы только посмотрите, я очень люблю вот эти вот трещинки. Они особо вкусные, такие зажаренные. Просто обалденнейше пахнет. Сейчас будем разрезать. Боже, как же это вкусно пахнет. Обалденно. Кекс, посмотрите, влажный. Пропеченный, пахнет, сейчас давайте уже скорее же попробовать, мягенький, нежный, он просто разваливается, я думаю, он просто будет таять у нас сейчас во рту. Друзья, сама нежность, сама вкусность, сама воздушность, румяная хрустящая корочка, ну все как я люблю, цитрусовый аромат просто божественный, всем рекомендую. Если вам понравился мой рецепт, обязательно поделитесь им с друзьями,
ставьте лайки, свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую, прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!